Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Подвесной мост через реку Сыла. Его каждое утро чистят от снега и подсыпают. Вот только подсыпки этой не хватает. Вон шел и поскользнулся. По сути, такого быть не должно. Пешеход должен чувствовать себя уверенно на мосту. Ведь мелочь это травмоопасная. Центр города, детский сад «Ладушки». Не так давно здесь появились новые пластиковые окна, для того, чтобы детишкам было светло и тепло. Вот только отношение к этому у некоторых молодых людей почему-то неуважительное. Детское дошкольное учреждение. Но ведь есть возможность рисовать на асфальтах. Ну, допустим, на заборах, хотя тоже не допускается. Но окна, это же святое. Это детям как смотреть в окошечко? Работникам детского сада периодически приходится смывать с окон эти надписи. Но только они их смоют, они появляются вновь. Вроде бы и мелочь, но по отношению к детям она свинская. На территории все того же детского сада номер один мы нашли еще одну мелочь, которую хотим вам показать. Речь пойдет вот об этих пнях. Были спиленные деревья, а сейчас сказочные персонажи. Ничего сложного, но красиво. Старый галстук, пробки от пластиковых бутылок и волосы от старой куклы. Вот что потребовалось, чтобы сделать дедушку. Может и мелочь, но она развивает в детях творчество. Партнер рубрики «Любимая мебель» – это красивые, удобные, вместительные кухни, шкафы-купе, сделанные точно по размерам вашего помещения. Улица Коммуны, 47.